Приветствуем! Мы молодая украинская инди-студия, которая работает над сюжетно-ориентированной игрой про пиратов и морские сражения в Карибском море. Сейчас вы запускаете первую демо-версию. Ее цель – протестировать текущее состояние некоторых игровых механик. Мы бы очень хотели узнать ваше мнение. Написать нам можно через форму обратной связи в игре или у нас на сайте. Не забудьте добавить игру в виш-лист. Спасибо за внимание! Ну, привет, пожалуйста, за внимание, пожалуйста. Легальные корсары какие-то. Демо-версия, игра как бы обещает быть офигенно грандиозной, с выходом на сушу, с морскими боями, там, вплоть до абордажных боев. Ух. Ну, пока, я так понимаю, только кораблики, да? Давай заценим новую версию, если что прям не так, вот обязательно им сообщим. Так, разрешение. А что такое ФСР? ФСР. У меня все равно не тянет 4К. Что оно дает мне это выставлять, да? Так, демо-версия. Ну, давай посмотрим. Что здесь новенького? Или старенького? Я ее, по-моему, ни разу не запускал. Поэтому в целом не могу сказать, что здесь в игре. Так, раунд 1. 1 из 10. Джудит. 45 FPS. Контрол управления. Угу. Задом поднять парус 2 шага. Опустить парус 2 шага. Лево руля, право руля. Q подзорная труба. F действие. 1, 2, 3, 4. Выбор снаряда. Состояние. Состояние, так, корпуса, парусов, экипажа. Корпус, паруса, экипаж красным, ясно. F2 журнал, F11 ошибка. Так, направление ветра. Орудие, мини-карта. Ваше местоположение. Игровое время. Так, бой. Бой, 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 бой. Управление снарядами U, интерфейс M, автонаведение, наведение. Интерфейс на M, да? Ну чё, пока красиво. Вперёд, не стоим на месте! Вперёд, не стоим на месте? Хорошо. Так, два раза можно поднимать паруса, да? Ну, смотри. Красиво. Но пока красиво. Что нам нужно сделать? Идет какой-то корабль. Так, одни паруса. Ты кто? Друг, враг? Биться будем? В свитерах или без? Ты первый напал, друг. Открыть огонь. Ой-ой, как тут сложно. Огонь. Я попал? Кажись, не попал. Так, а что за управление снарядами? А как там можно было этот? А, вот. Автоматически. Ой, мама. Левый борт готов, ну давай, стреляй.
Ага. Стреляй, я что. Так, давай-ка паруса снимем. Немножко. Да ё-моё, ты чё ты так ворочаешься? Как в тебя попадать, зараза ты так? Ну здесь нет такого, как в навале корма, там вот это все. Просто стреляешь и все, да? О, ну на, вроде попал. А спереди есть что-то? Нет. Ну во, попадаю, трохи. Только я не вижу энергию врага. А, во, все. Когда свою вырубаю. Слушай, так он здоровый, как конь, блин. Пушки по левому борту в бою готовы. Пушки готовы. Да ё-моё, сложно, долго. Куда ты стреляешь? Куда ты? Что ты делаешь? Боже. Мазила. Может, паруса ему посбивать, друг? Пушки по левому борту в бою готовы. Попал, не попал, не знаю, чё. Нет. Что там у меня на троечку? А? Ну давай. А где зарядка? Давай. Так, ну я ему паруса подранил, но это прям очень мало. Блин, а четверочка. Давай, 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 давай. Короче, вроде попал, только походу меня сейчас потопит. Картечь, давай. Я не вижу, когда зарядка заканчивается. Давай. Ну, трохи попал по экипажу. Ну, блин. Короче, я проигрываю. Я проигрываю, блин. Ну, давай. Да чё ты? Мы готовы стрелять. Капец, блин, сейчас сдую первым уже... В первом же обучении с NPC. Жесть просто. Да, блин. Походу жесть. Хана мне, пацаны. Попробую на автоматически. Да, печалька. Погибнуть от рук в обучении от обычного NPC. Это вообще позорище просто. Маловато я в навал играл, видимо. Левый борт готов, салфу. Ну, автоматически я лучше попадаю, слушай. Так, это я сейчас по ветру иду, да?
Ну все, конец мне. Белый борт готов к залпу. Попал. Нормально. Надо как-то поманеврировать немножко. Чтобы он меня все-таки не убил, а? Не хочется как-то умирать. Мазила, блин. Не, попал одним снарядом, слушай. Ай, мама. Нет. Сразу такая. А починиться нельзя? Народ, помогите. Меня сейчас потопит эта зараза. Короче, надо тонуть. Потому что... Попал. Ну, конечно. Ну, давай. Давай. Ты чтоб ты провалился, ну. Что там у него с энергией? Ну я ему тоже трохи вынес. Когда вот видишь, начал не целиться, а автоматические выстрелы делать, так. Ну, живи, малыш, живи! Нам чуть-чуть продержаться. Жалко, что лечить нельзя, конечно. Не, ну так он в меня попадет. Так он в меня попадет, блин. Это вот автовыстрел на левую кнопку мыши, да? Мимо, блин. Нет! Ну чтоб ты провалился, гад подлый. Подлый ты. Нет, это ишь я пират. Это он не пират, но все равно подлец. Блин, жесть. Не, ну вот так вот сразу со старта вкидываете в бой. Мышь, это ж, я ж ничего ж не умею. Как мне жить? Так, управление. F2 журнал, снаряды, интерфейс. F11. F2, действие, F. Подзорная труба, так. Идет и стоим на месте. Ладно, давай пробовать. Еще разок. Где он там? Чего его не вижу? А, о. Клэр какой-то. 35 команды. Открыть огонь! Смотри, ты попал. Промазал, отлично. Открыть огонь. Блин, ну и труба дерганая. Не успел ничего разглядеть даже. Готов к залпу.
Чтоб ты провалился. Пушки по левому борту к бою готовы. Ну давай, стреляй. Так, как тут лучше? Нос, корму, что тут подставлять? Или тут пофиг? Как уворачиваться? Тут вообще рикошеты есть или что-нибудь в этом роде? Пушки по левому борту к бою готовы. На тебе, зараза. Ну, возможно, победю. Я ему пол энергии вынес, он мне нет. А в заднице есть пушки? Нет. Странно тут как уворачиваться, если разницы нет, куда стрелять. В борт или в корму там, или в нос. Давай. Нет, сейчас шмальнет. Не попал, что ли? Типа вот так вот и уворачиваться получается. Правый борт готов к залпу. Ну хорошо, готов, так готов. Давай. Я попал? Не попал, походу. Блин, против ветра стал. Ну здесь парусами крутить не надо, как... Не так сложно, как на Вале управу. По ветру быстрее будут разворачиваться, да? Это только первый этап из 10. Попал же, что. Ну. Открыть огонь. Кажись, не попал. Так, на сближение пошли. Как он попал, у него вообще... Вот тебе. Что-то я ему маловато вынес, слушай. Так, надо по ветру поворачиваться. Быстрее будет, наверное. Единственное, парусов больше. Уж мерзкий сос. Ну, блин. Вроде горит вон там, что-то ж попадаю. Бой, конечно, тоже длинный такой. Ну, по времени, в принципе. Такой немало проходит. Это временно этот, если тут будет выход... Если тут будет выход на, как в РПГ, на сушу, так... Из-за таких длинных боев... Не останется времени для суши, ребята. Хочу я вам сказать. Так, он меня обходит, да? Зараза такая. Правый борт готов к залпу. Ну готов, так мне, блин, повернуться ж надо. Капец, блин, ну смотри, что делает, а. Открыть огонь. Я попал. Горит, зараза, гори. Надо добивать. По идее, не надо маневрировать, надо пытаться утопить засранца. Правый борт готов к залпу. Давай. Еще чуть-чуть, еще. Давай, 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 давай. Ну нет, не уходи, нет. Правый борт готов. Да,
успели. Слушай, не быстро. Сколько я с ним тут воевал? Долго. Долго я с ним воевал. Это первый этап. Да, и что второй? Раунд 2 из 10. Мы с напарником. Блин. Мы с напарником. Если бомбами попробовать. Бомбы. Видишь, заряжается на оба борта сразу, да, все. Либо бомбы. А, так я против ветра стою. Пушки к бою готовы. Пушки к бою готовы, хорошо. Мы поплыли куда-нибудь и шо. Ты, друг, тебя спасать надо будет, нет? Что-то не хочет стрелять бомбами. Может, тут радиус маленький. Давай. Не знаю. Я бы не сказал, что там прям урон шикарный. Ай! Промазал, не? Давай. Попал? Нет, не попал. Так, друг, разворачивайся, не этот. Не подставляйся. А то я один двоих точно не вытяну. Вроде попадает что-то там. А тут таран есть. Можно на таран пойти. Давай попробуем. Левый борт готов. А вот тебе. Класс. Как я ему всадил пол энергии сразу. Ну, короче, таран не сработал этот. Вроде урона не нанесло. Давай, 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 кружимся. Мы в танце кружимся. И что, третий этап будет с тремя сражаться или что? Ты весь этот... Вся демка вот такая. Пока... уже книпелями стреляют, да? Заразы такие. Огонь. А по своим есть огонь или нету? Что-то они нам паруса сбивают вовсю. Что они хотят сделать? Давай. Отлично. Надо как-то пофокусить одного. Уничтожить. Вот что он поворачивается? Не дал мне зайти в другим бортом на него. Зараза. Левый борт готов к салфу. Сейчас, подожди, дай же повернуться нормально. Готово почти целое ХП еще. Ну, меня, в принципе, тоже. Давай. Пушки по левому борту. Ну, нормально так. Вот здесь продвигаемся вроде неплохо.
Блин, сейчас же зарядит мне опять, ну. А, все, я нашел, где заряжается левый-правый борт. Это на карте он две зеленых полоски. Давай. Отлично. Я думаю, этому хана. Сейчас он его добьет, да? А почему дропчика нету? Так неинтересно. Так, правый борт. Ну, вижу, зарядился. Все, я нашел, где это все. Так, заходит в зону боевых действий. Прямиком на дно. Отлично, одного потопили. Молодец. Хвалю за службу. Давай вдвоем этого разносить в дребезги. Блин, паруса, слушай, он мне порвал. Отлично. Блин, он вообще хорошо стреляет. Он... Саданул ему, слушай. Я за тобой иду. Я... Так, ладно, подожди. Подожди, подожди. Развернуться. Да блин, они мне сейчас все паруса пошатают, ну. Чё он делает, гад? Чё он добивается? Волны вперед! Ты чё добиваешься? Готов к салфу. Давай, мочи. Отлично. Так, ну, нормально. Тут система немножко очень упрощена. Как, не так, как в Навале, конечно. Ну, может быть, это и не... 3 из 10, да вы прикалываетесь опять. Мы вдвоем против троих. Жесть. Не стоим на месте. Жесть какая. Я чуть не уверен, что мы победим. Вообще есть стратегия. Так, но я вижу, что я не достаю до него. Он не находится на мини-карте в сером, а вот теперь находится. Друг, давай фокусить одного. Он уже куда-то улетел, конфиг некуда. А где он вообще? Левый борт готов к залпу. Я не готов. Борт может быть и готов, только я не готов. Что-то они походу картечью решили мне. Экипаж типа уничтожить или что? Так, давай, 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 давай. Огонь!
Блин. Такой залп пропустил. Хороший. Мог бы ему сейчас... На тебе, сердце. Так, левый борт. Не, ну блин. Мне такая демка не очень нравится. Ни абордажа, ни дропа. Только боевая система. Скучно. Надо, короче, видимо, вернуться к этой игре попозже. Мне команду уничтожают, и ему команду уничтожают. В чем прикол, чего они хотят? Подожди. Миша подошел. Этот меня преследует, ты посмотри. Засранец какой, а? Давай, поворачивайся. Да ты чё? Блин, не получилось, ладно. Не захотел он подставляться. Левый борт готов, ну, один уже, ты знаешь, готовится отправиться к этому. К Теандру на дно. Сейчас я его попытаюсь. Ну, тут, наверное, нет урона. Больше, меньше, там, с кормы еще. Эта система, видимо, здесь не предусмотрена. Так, а куда ты ушел? Дай-ка поближе. Поближе. Ну, так себе что-то выстрел. Слабоватый. Может, когда будешь целиться вручную, уже прям уметь это делать, то может быть лучше будет. Продуктивнее твои выстрелы. Огонь. 115 ядер осталось. Сейчас так все и расстреляю. Короче, если сейчас 4 из 10 заданий будет опять сражаться с 4 фрагами, наверное, хорош. Не хочу больше. Блин, уходит. Не. Давай. Отлично, попал. Попал. Ай, вы что делаете, демоны? Давай, команды не осталось вообще никого. Скоро некому будет управлять кораблем, вы чё? Левый борт готов к залпу. Давай. Ух, и увернулся, зараза, но.
правый борт. Готов, абордаж? Абордаж? Тут есть абордаж, пацаны! Ура! Давай, мочи гадов! Так, мы вот эти вот прекрасные парни слева, да? А это вон какие-то солдафоны справа. Непонятные, блин. Ух ты! Ну, как бы я б не сказал бы, что шикарно. Давай вдвоем, на одного. Ой, ёпперсы, ты чё это было-то? Абордаж. А какие тут удары есть или что? Что тут? Перезарядка, да? Подожди, контрол управления. Опыт, энергия, блок парирования. Лечение Z. Выстрел из пистолета, достать оружие, действие. Быстрый удар, сильный удар. Сильный удар. А вот тебе. Быстрый удар. Сильный удар. А минус один. Сильный удар. Сильный удар. Кританул, смотри. А во. Есть контакт. Так, пацаны. Переход только здесь, да? Сейчас я помогу. Минутку. Блин, как бы своего не застрелить, слушай. Пустите меня. Есть. Ой, как там лечение было? Ага. Ну все, все молодцы. Ура! Ура, ура, ура. Ну, этот не очень прям, конечно. Ну, более-менее. По крайней мере, это не таблица, да? Ну и что, что делаем? А, все. Понятно. Их посудина идет ко дну. Все? Ко дну, а нельзя захватить там еще что-нибудь. Вперед! Не стоим на месте! Ну, зато разнообразие. Хоть какое-то разнообразие было. Так, мой куда ушел? Че он вообще куда делся, я не понял. Че он меня оставил тут среди двоих? Ты че, оборзел, парень? Открыть. Не, ну взял, оставил меня одного. Вообще, блин. Правый борт готов к залпу. Походу не попал, ты прикинь? Ему там осталось один раз плюнуть. Экипажа меньше стало. Левый борт готов к залпу. Ну понятно, что готов. Да дай же доплыть до кого-нибудь. Левый борт готов к залпу. Огонь. Отлично, минус один. Так, осталось догнать товарища. 266 снарядов. Я так понимаю, я там пополнил запасы, видимо, когда на абордаж взял тот корабль. Ну, скорее всего, да. Потому что у меня же было вроде меньше. Вроде бы меньше. Но только мне не показало, что я взял. Левый борт
Готов к залпу? Готов. Догоним и выстрелим. Еще и попал в меня, подпалил, ну. Нет, на абордаж не пойду, у меня команды меньше, чем у него. Могу и проиграть. Промазал все. Не, лучше автоматически стрелять, я так понял. Надежней. Пока повернешься, так тот ряд пушек заряжается. Смысла нет. Правый борт готов к залпу. А что у него с парусами? Смотри, у него энергии парусов. И у меня не видно. Что случилось, я не понял. Глюк какой-то. Что на месте стоим, блин. Вроде ж по ветру. Странно. Очень странно. Ну давай уже, тони, зараза ты такая. Ума, ему тоже неплохо так вынесли, слушай, пол энергии. Помоги добить уже, дружище, давай. Что-то ветра нету, походу. Ветер слабенький. Блин, промазал. Я промазал с близи. Оно зеленым появлялось вроде бы, когда надо было стрелять. Или что-то мне почудилось. Да, еще разок. Или красным. Ну попал же ж, нет? Чё за ересь? Не понял я вообще нифига. Как тут стрелять? Да куда ты стреляешь? Добивай уже его, господи. Что мне кажется, у меня медленнее заряжаться стало. Видимо, всё-таки сказывается, что экипажа меньше. Слава богу, победа. Все, мне этот скучно. От такой демки мне скучно. Раунд 4 из 10. 2 на 4. Нет, все, спасибо. До свидания. Мы вернемся, когда у вас что-то изменится. Так, ладно, все, короче, на сегодня хорош этих военных сражений. У меня на сегодня все. Увидимся в следующий раз. Ну, это ж демка, все ясно. Все, пока. Thank you.